thank you Здравствуйте, это программа «Я и мой характер». Как сложно бывает порой сказать правду самому себе и признаться в том, что мы не идеальны и можем обижать других. И именно это помогает нам не судить строго других, но найти в себе внутренние силы для того, чтобы прощать. И у нас в гостях сегодня Виталий Архипов, автор книги-публикации по психологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите, Виталий, возможно ли жизнь без конфликтов? Ну, я думаю, что невозможно жизнь без конфликтов, потому что противоречия ну, неизбежны в нашей жизни, потому что мы все разные мы обладаем разными характерами, у нас разный темперамент, в конце концов есть, ну, немного, но хотя бы два пола, мужчины и женщины, и есть социальные различия, есть религиозные различия и так далее. То есть можно продолжать этот список сколько угодно, и поэтому есть разные взгляды, есть разные поступки, исходя из представлений Людей, о том, что правильно и что хорошо, и что плохо. И, конечно же, это все будет нестыковки в понимании, будет приводить к конфликтам. То есть, наверное, об этом можно сказать, что есть такие выражения, как война полов, извечный конфликт, отцы и дети и конечно. другие подобные силы. Конечно, то есть, вот вы говорите о том, что отцы и дети, да, время идет, мышление изменяется мода диктует какое-то свое поведение. И, казалось бы, 20 лет разницы, или там 25-30. Между... Уже можно было решить эту проблему. Да, между отцами и детьми. Но уже эти два поколения очень сложно понимают друг друга. И между ними происходят какие-то ссоры, конфликты, и это часто становится причиной обид. Как обычно люди реагируют на конфликты? Ну, есть, есть определенные эмоциональные переживания, которые человек испытывает, когда происходит какая-то какая, -то, какая -то ссора или конфликт. И я бы сказал, что, наверное, первые пять минут во время конфликта люди вообще общаются и говорят на тему самого, вот, самого конфликта. Предмета. Конфликта. Да, предмета. То есть, допустим, в семье муж с женой ссорятся по поводу воспитания детей. И они обсуждают этот вопрос. Только нужно несколько... ли его отпустить на улицу или нужно его оставить дома? Да, примеру, да, и вот этот вопрос обсуждается, по сути, первые несколько минут. Ну, максимум пять. Ну что же происходит потом? О да. чем если, если два человека, муж и жена, не приходят к общему знаменателю, они не принимают общее решение, то они начинают ссориться, и уже идет не, не, не борьба вот, относительно мнения, вот, отпускать на улицу или нет, а уже в ход идут все обиды накопленные, которые человек, может, там копил 10 лет, может быть, даже 15. То есть которые скопились в результате их общей семейной жизни за несколько лет. Да. Уже муж говорит, ты всегда так поступала. Жена говорит, я всегда знала. Мне мама говорила, не выходи за тебя за него замуж. Я всегда хотела жить вот так. Это испортил мне жизнь. То есть уже говорится не о ребенке. Ребенок уже давно пошел на улицу и гуляет там. Он посмотрел, а что возможно, даже уже и вернулся и уже лег спать. Да. А, а родители, конфликт продолжается. Да, родители пребывают вот в этом состоянии. И, конечно, кто-то бурно реагирует во время конфликта. У кого-то бурное эмоциональное переживание, у, э, точнее проявление, да, потому что во время конфликта, я думаю, переживания и У и, обоих и, равно, да, да, у всех равны. Но кто-то прячет это внутри себя, а кто-то бурно проявляет. Поэтому вот э, два таких выхода: кто-то кому-то легче обидеться просто, замолчать, замкнуться и, может быть, даже и что-то не доказывать, а кому-то кому легче разжигать этот да, конфликт все больше легче разжигать и больше воспоминать и кричать. И, допустим, первое, что мы пытаемся во время ссоры, во время конфликта, что мы пытаемся сделать, это рассказать свою точку зрения. То есть мы пытаемся, чтобы нас услышали и поняли, что мы правы. То есть существует какой-то конфликт, и первое желание одной стороны и второй стороны объяснить... Из — Объяснить, изложить аргументированно свою точку зрения. Да. И уже на этой стадии очень часто мы сталкиваемся с тем, что другой человек просто или не хочет, или не способен, или не приучен к тому, чтобы слушать и слышать другого человека. Наверное, как раз из-за этих эмоций, которые захлестываются. Да, и это как раз-таки, допустим, очень часто женщины они не могут услышать, или когда мужчины также бурно реагируют, или они просто замыкаются, потому что не хотят ничего менять. Допустим, одна пара пришла к нам на консультацию, и они говорили о, о своем конфликте и назвали предмет конфликта. И мы увидели, что и у одной стороны, и у другой стороны одинаковое мнение. Когда они начинают разговаривать друг с другом, они не могут э, прийти к общему знаменателю. Они... Хотя, хотя он есть у них и у одного и другого. Да, то есть со стороны было видно, что они говорят абсолютно одно и то же. И когда муж пытался что-то рассказать, она уже она не слушала это. Его жена не слушала этого, и она пыталась перебивать и сказать свою версию. В то же время, когда она начинала рассказывать, муж тоже вообще был не готов это все услышать. И мы с женой предложили им такой метод: сначала рассказывает свое понимание муж, а жена повторяет. За муж, именно слова мужа его то, как он Да, то, как он понимает, его точку зрения. И для них это оказалось очень сложным упражнением. Они, я так понимаю, что уже много лет вообще не способны были услышать друг друга. Не то, чтобы повторить, а просто даже слышать. Да, и когда они попытались это сделать, это было ну, достаточно много времени заняло. Но когда они это сделали, к ним все-таки пришло как-то понимание, что, оказывается, они говорят одно и то же, просто разными словами. И вот мы научили этих людей как-то слышать друг друга. Вот, то есть первое такое чувство, которое испытываем все мы в конфликте... Мы хотим доказать свою правоту, которая... очевидную, на наш взгляд. Да, мы просто даже не доказать сначала, а мы хотим рассказать свое, а изложить. Да, свою точку зрения рассказать и очень часто мы даже оказываемся не способными на это естественно что вот уже приходит первая обида когда я попытался что-то объяснить но не смог этого сделать другой человек не, не услышал меня уже во мне рождается обида что следующее я могу предпринять я тогда включаю какие-то дополнительные силы чтобы доказать что я все-таки прав и я, может быть, более убедительно начинаю рассказывать, или подключаю какие-то эмоции к этому, да, или пытаюсь какие-то доводы еще приводить, или, может быть, больше, более продолжительно объясняю свою позицию. И опять-таки, если меня не хотят услышать и не хотят принять мою позицию, то это еще больше нас обижает. Третья, вот такая ступень, да, это когда приходит чувство, что меня не понимают. То есть я сделал попытку объяснить. Второе: я сделал э, уже такую насильственную попытку, э, то есть насильственным методом побольше Больше эмоций, больше ресурсов, больше доказательств. но... Да, постарался переубедить, навязать свою точку зрения. Опять не удалось, и ко мне приходит э, такое ощущение, что меня не хотят услышать, меня не хотят принять, меня просто не понимают. И опять-таки обида накручивается. То есть первая обида, что меня не слушают, вторая, вторая, что э, я не могу ничего доказать, и третья, что меня не понимают и не хотят понять. И вот следующее эмоциональное э, переживание, которое мы испытываем, это э, таким переживание, что наш оппонент не проявляет к нам враждебность, то есть если я объяснял, если я уже доказывал, и меня не хотят понимать и слушать, значит ко мне приходит такое желание отторгнуть этого человека, быть как-то настроиться враждебным по отношению к нему, потому что я прочувствовал, что ко мне на... вот человек ну, потому что только ад. враг не может не понять мою точку зрения, не принять мои доказательства, не просто просто игнорирует меня а как-то какого? И, конечно, все эти вещи, они обижают. Получается, что если вот как мы с вами прошли эти четыре этапа, да, вот человек тоже на каждом этапе чувствует еще больше обиды, чувствует еще больше вот этих каких-то негативных эмоций, на него все это как нахлынуло, да, и очень сложно становится человеку справиться, да, поэтому конфликты рождают вот эти обиды, когда люди замыкаются и потом могут годами или, ну, продолжительное время, может, день, два, три, а кто-то неделю могут не разговаривать друг с другом, потому что попытки то были в начале. Я думаю, что э, на каждом из этапов, таких. да, все люди пытаются это сделать. А потом, если это, допустим, семейные отношения или отношения каких-то людей уже длительное время развивающиеся, э, люди привыкают э, к, к определенной форме решения конфликтов. То есть уже человек не переймёт не не пытается Пройти просто спокойно рассказать конфликта. свое мнение, он уже сразу начинает со второй стадии. Он начинает уже так убеждать эмоционально. Думаю, что все равно не стоит тратить время просто на изложение своей да. точки да. зрения. А кто-то уже попробовал, сразу... попробовал, и первые, и вторые нам, нами названные пункты не работают. Поэтому он начинает уже сразу обижаться, что меня все равно не, не поймут. И все. А кто-то вообще, и когда начинается конфликт, он просто замолкает и понимает, понимают, что бесполезно что-то решать. То есть вот сколько причин для обид, которые мы имеем в нашей жизни. В конфликтах и ссорах. Да. Ну вот скажите, а что касательно христиан? Вот христиане, казалось бы, справились со всеми самыми страшными грехами. Они не курят, не пьют, не ругаются. И победили все зависимости, которые явны и видны обычно в мирских людях. Но это только видимые. На самом деле же грехи не только видимые, да, и, и есть такие вещи в нашей жизни, которые, кроме нас и Бога, неизвестны никому. Поэтому это здорово, когда человек победил уже то, что видно другим: когда он уже не пьет, не курит, когда он не, не ругается матом, когда не делает какие-то. не дерется, да. То есть это уже прекрасно. Но кроме этого, есть вот такие качества негативные которые тоже являются грехом да, не да, допустим непрощение. это же тоже грех да? это то что разрушает нашу жизнь и через обиду мы позволяем чтобы другие грехи приходили к наш в нашу жизнь то есть чтобы приходило коварство чтобы приходила злость чтобы приходил гнев чтобы приходила ярость и нам нужно понимать что допуская обиду мы допускаем еще все вот эти вот качества в свою жизнь поэтому важно не только не только заниматься искоренением вот видимых каких-то грехов, но также понимать, что обида является одним из серьезных таких моментов, над которым мы должны думать, и над этим качеством мы должны серьезно работать. А можно ли избежать конфликтов и обид в церкви? Ну я я уже сказал о том, что как церковь это как и любое другое общество, как любая организация это ну, это социум, да, это а, общение, собрание людей. То есть и там тоже люди все эти, которые вы перечислили, разница между людьми остается, разница между полами, отцы и дети, разница социального статуса, это все? да. то есть у этих людей, допустим, у людей в церкви, у них приблизительно одинаковые ценности и вероисповедание, да, одинаковое. Но есть также множество различий, те же социальные различия, может быть, национальные различия, остается всегда различие полов. И, естественно, что эти различия будут приводить к каким-то конфликтам. Но в церкви, конечно же, что отличает церковь от верующего человека, от неверующего, что, конечно, эти люди бодрствуют и прилагают усилия для того, чтобы изменяться, для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы искоренить из себя, допустим, допустим, обидчивость, чтобы самому не обижаться и не обижать других. Конечно, церковь — это такое место, где мы, по крайней мере, можем довериться друг другу, где Люди, я верю все-таки в то, что люди, если обижают нас, то делают это неосознанно или ввиду каких-то слабостей или я... ввиду того, что они еще на пути к изменениям и ну прилагают какие-то усилия. Но не все при, приходит сразу. Мы не сразу изменяемся, мы не сразу преображаемся, ну, в правильных христиан, в послушных и которые исполняют заповеди полностью. Да, то есть если человек не достиг понимания, да, того, что нужно стараться не обижать других людей то, но ну, это слава Богу, что он уже какой-то путь все равно прошел, слава Богу, что он уже здоровается с тобой. Хотя, конечно, и в, и в церкви, как и в другом месте, можно найти массу причин для своих обид. Вы пришли на собрание, сели на, на какое-то место и вдруг идет ваш знакомый и не поздоровался с вами. Уже причина для обиды. уже, пожалуйста, вы можете обижаться и ходить с этой обидой сколько угодно. Допустим... Ну, а если, к примеру, у, у человека плохое зрение он мог бы тоже пройти мимо вас и просто элементарно не увидеть, что вы его поприветствовали вот кстати у меня такая ситуация была и я смотрел на одного человека и у меня было много вопросов вот по отношению по его поведению, да, и потому что он однажды один раз со мной здоровается, следующий раз не здоровается. И я думаю, ну как-то странно, с чем это связано? Вроде и, бы не было между вами каких-то разговоров. Да, такие, и да. в один в один раз он подходит, мы с ним так мило беседуем, все хорошо. Следующий раз я с ним встречаюсь, он проходит вот прямо мимо и, и не, как будто не замечает меня. И вот это причина для того, чтобы я мог обижаться. И, конечно, у меня были такие мысли что-то странное, то ли ему что-то обо мне кто-то сказал, то ли он там не в настроении. То есть начинаешь просто перебирать. Вы уже начинаете думать об этом. Да, начинаешь перебирать варианты, почему человек так себя ведет. Уже начинаешь себя проверять. Может ты что-то не так сказал? Может ты об этом человеке где-то отозвался, А ему передали, да? Но потом я просто узнал, что этот человек долгое время употреблял наркотики и у него очень плохое зрение. Поэтому когда он был в линзах, да. И когда, может быть, он был сосредоточен, то он мог меня заметить. А когда был, находился в каком-то другом состоянии, да, или, может быть, не, не использовал линзы, он и не, не замечал меня. То есть человек абсолютно э, нормально ко мне относился и относится по сей день, а я на основании какого-то поведения уже мог сделать вывод, что он, может быть, сердится на меня или имеет что-то против меня. Виталий, тема нашей программы ⁇ Посмотрите правде в глаза ⁇ Да, я как раз хотел бы призвать всех наших телезрителей, чтобы, чтобы мы смогли честно посмотреть на себя и быть объективными, что мы не такие люди, которые никого не обижают. То есть на самом деле и я своими какими-то действиями, своими поступками, как и большинство людей, наношу какие-то обиды. И я осознанно или неосознанно, да, неосознанно да. даже могу кого-то обидеть, затронуть. И вот именно это понимание, что я тоже не не такой человек, который не обижает кого-то. И вот это понимание помогает нам и легче прощать, и быть внимательны к тому, чтобы не обижать других людей. То есть пока я существую, я могу обижать других людей. Конечно, и это правда жизни, да? Конечно, то есть это правда жизни, и без этого никуда не деться. Мы обижаем и мы обижаемся. Вопрос в том, что нам нужно стараться не обижать и стараться не обижаться. Но смотрите, если человек положительно настроен кому-то и хочет делать добро, хочет сделать, к примеру, комплимент какому-то другому человеку, может ли это навредить ему или стать поводом для обиды? Ну, мы даже делая комплимент можем как-то обидеть человека. Допустим, я знаю такой пример, когда одна женщина подошла к другой и говорит, о, ты жить как-то лучше стала. Да, говорит, ну ты знаешь, ну действительно, да, как-то все образовалось. Говорит, а откуда ты знаешь? Мы же с тобой не виделись в такое время. Она говорит, да я смотрю, что ты так пополнела. То есть в ее понимании, что если человек пополнел, то значит, он живет хорошо. То есть у человека. Ну, а для, это... а для нее же это, конечно же, было оскорбление. Да, у человека, может быть, такой принцип, она, может быть, всю жизнь мечтала быть более полной и считала, что признак достатка это полнота, да, и, и что это хорошее качество. Ну, да, физически. и ничего не имело обидно. Хотя, конечно, может быть, так женщина и, и так, как говорится, подколола, да? но, возможно, она была иск. Искренне, да? А для другой человека и пополнила это означает катастрофа, потому что она может быть. Может быть, спер... быть все время старалась и в зал ходить тренажерный и старалась соблюдать какие-то диеты, это для нее звучало как просто приговор, что у нее ничего не получается. Да, конечно, для нее это обидно, да. Вот человек вроде бы хотел сделать комплимент, а получилось так. Или а, другая ситуация: разговаривают два, два две, две женщины разговаривают, и мужчина заходит в эту комнату. А одна женщина говорит, что да мне это надо, как лысому расческа. И а человек смотрит, посмотрел на них, и только тогда эти женщины поняли, что вот этот человек как раз и лысый. Да? То есть они вроде бы не хотели его обидеть, они вообще говорили о своем, да. И просто не заметили, может быть, этого человека. А для него это, это какой-то подлый поступок. Да? Для него, ему кажется, что и они специально подметили, выжидали, Да, да под эти коварные что... женщины стояли, ждали, когда он зайдет со своей э -э шевелюрой, да, отсутствие шевелюры. И, и вот они выносили такой коварный план и, его, и, пошу, и решили пошутить над ним. То есть, видите, есть множество примеров, и можно даже со своей жизни э, вспомнить, когда ты что-то делал и не вкладывал вообще никакого смысла в это, или абсолютно другой смысл вкладывал, а кто-то воспринимал это по-другому. Поэтому ну, мы обижаем и мы обижаемся. То есть нужно просто посмотреть правде в глаза. Если э, вы тот человек, который говорит, я ни, ни на кого не обижаюсь или я никого не обижаю, просто не обманывайте себя, будьте мудрыми. И потому что если вы говорите, я никого не обижаю, как только вас обидят, вы э, будете негодовать, вы будете испытывать какие-то это будет выглядеть как ложь, получается. Да, то есть вы просто э, вам будет сложно сложнее принять эту, вот этот факт, что кто-то поступил не так, как вам бы того хотелось. Ну, а эта мера таких, как сказать, накопления такого рода обид, она может быть разной. Ну, каждый человек приспосабливается жить в своих условиях. Я думаю, что есть люди, которым недопустимо даже какую-то одну обиду на человека держать в сердце своем. То есть они более чувствительны, они сразу ощущают как то, ответственно что ответственно подходят, наверное, да, ответственно подходят и, может быть, более требовательны к себе, чтобы не допускать в свое сердце какие-то ну, вот эти негативные эмоции или э, мысли поэтому человек уже может быть с одной какой-то даже небольшой обиды чувствовать себя неуютно а другой человек может быть как копилка обид и у него может быть он носит как за спиной такие талмуды с записями на обид на всех и может быть даже на всех братьев и сестер и начиная с обид на своих родителей заканчивая всех дальних и близких знакомых то есть есть и такие люди и они вот как такие как носители вот этого негатива. Но я думаю, что, конечно, мудрее нам быть более требовательными к себе, чтобы не допускать даже какую-то одну или несколько обид, а сразу максимально нужно стараться примиряться с людьми, потому что э, Библия учит нас тому, чтобы, если возможно с кем-то быть в мире, то нужно делать, и э, если даже э, согрешает против тебя кто-то, то даже не ты кого-то обидел, а даже если тебя кто-то обидел, и в тебе зарождается это чувство, то ты первым сделай шаг навстречу, потому что важно, чтобы ты избавился от этой обиды. То есть не требовать от человека, чтобы он стал на путь прощения, а самому быть первым, кто станет на этот путь прощения. И возможно Возможно, для него, для вашего оппонента это будет шанс. То есть вопрос мы должны задавать самим себе, обижаюсь я или нет. Обижается другой человек или нет, это его вопрос, это его жизнь. И мы говорили, что обида разрушает и останавливает разрушает жизнь и останавливает нас. Обиженного человека. Да. да. И если этот человек согласен с тем, что его обида его остановит и разрушит его жизнь, то это его выбор. Но я должен отвечать за себя. Поэтому я могу и должен сделать все возможное, чтобы не допустить обиду, чтобы прощать людей и, конечно же, чтобы не обижать других людей. Некоторые верующие, ходя в церковь, приходят к такому мнению, что люди в мире более добры, более отзывчивы и менее обижают людей, чем в церкви. Я знаю, что у каждого верующего человека, наверное, приходит такой момент в жизни, когда он, к нему вот такие мысли приходят. И прежде всего эти мысли появляются потому, что мы друг к другу предъявляем завышенные требования. То есть церковь — это то место, где люди относятся к тебе уже в любом случае лучше, чем посторонние. Это люди, которые посвящают свою жизнь Господу, которые изменяются, которые стремятся делать добро. И таким образом человек, вот, может быть, годами живет вот как ну, скажем, как в монастыре, да, то есть, где его не могут ранить. И вдруг в какой-то ситуации происходят моменты, когда какая-то рана, когда кто-то неправильно поступил, и человек становится просто более чувствительный к этому. То есть он считает, что вот в мире такого не бывает. Но я думаю, что просто этот человек давно не был там. Он уже какое-то время был или изолирован, или ну, не так часто сталкивался с тем, что его обижали. Поэтому важно такому человеку не хлопать дверью, да, а просто, ну, если вы хотите, конечно, пообщаться с, больше с неверующими людьми, но вы убедитесь, что человек, который верит в Господа, он э, освящен, и он меньше может вас обидеть и навредить вам в вашей жизни. Итак, дорогие телезрители, мы призываем вас посмотреть правде в глаза и признать, что мы не идеальны, можем обижать других людей, но нужно найти в себе силы прощать. Это была программа ⁇ Я и мой характер ⁇ Я знаю, что у вас есть достаточно силы для того, чтобы не обижать других людей и самим не обижаться. Дня. Рождение начало новой судьбы. Начало вдохновляет, новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы Новая жизнь это изучение Библии по урокам которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».